Ну і в рамках акції «Боротьба з остеохондрозом» я вже знаходжусь в кабінеті масажиста Андрія. И что я читаю тут, если вижу, я в зале ожидания войны со остеохондрозом, можно сказать, ну, почти на передовой. Вот я вижу, написано, массаж спина, общий, расслабляющий, руки, ноги, лицо, антицеллюлитный, детский, Андрей, Логин Андрей. Ну, что я думаю, вот если выбрать по остеохондрозу лицо, конечно, очень важно сохранить лицо, но это сейчас пока не моя цель. Антицеллюлитный. Вообще, вы верите в это? Вы действительно верите, что можно избавиться от целлюлита? Я думаю, только какой-то пластической операции. Но никакие крема, никакие способы, они не помогут полностью избавиться от целлюлита. Это все чушь, чушь, чушь. От целлюлита можно не то что избавиться, можно чуть-чуть подтянуть кожу различными способами, масками, обвертываниями и так далее. Что я отбилась. Я опять на войну с остеохондрозом. Смотрю, расслабляющий. Вот этого бы мне как раз, вот это мне не хватает. Я бы хотела расслабиться. Расслабиться, ну, это как? Это мне предложат такой массаж, диван, цветы, девушки-тайки там, или как. Кстати, не раз я пробовала такой тайский массаж в Екатеринбурге, и хочу вам сказать, что это было нечто. 2 часа такого массажа заходишь, а там такая комната с музыкой, а потом моют тебе ноги, потом там цветы, лотос, все такое. В общем, было круто, да, я не против, была расслабляющая, но... Адресочек дайте. Но как насчет... Да, сейчас, с такими адресами не раскидываются. Так вот, по поводу расслабляющего, ну, навряд ли это как с остеохондрозом. В принципе, остеохондроз – это есть внутреннее напряжение, которое вот так обрастает, этот комок нервный, все сильнее и сильнее, все напряжение, говорит, как будто она взяла и свалила себе на спину или на шею весь шар земной. А что правда? Большинство мужиков, с которыми я встречалась, очень удобно здесь располагались, отсюда... У меня вот здесь такая вот мозоль, можно сказать, да? Вот от мужиков это все. От мужиков весь вред, все точно, 100%. Итак, спина. Вот спина, да, я думаю, что спина. Хотя шейный остеохондроз, он относится больше к спине или к шее? Не дергайся так, будет дергаться и камера. Я понимаю, что ты хочешь покататься. Я на массаж быстрее хочу. Да, я поняла. Если тебя не устраивает тема моего разговора, это еще не повод дергать камеру. Ну что, есть еще детский массаж. Ну, внутри я вообще как ребенок. Я себя чувствую, так сказать, большой девочкой. Но я очень не люблю, когда мне говорят, ну вы же взрослая женщина, ну вы же понимаете, вам уже столько... Какое вам дело, когда я взрослею? Я расцветаю, когда хочу. Это мой личный праздник в жизни. И в этой жизни я хочу расцветать, когда я хочу. Все, значит... Мы выберем с вами, наверное, первое, все-таки спина, да, или общий. Общий или спина? Спина или общий? Ну, а может быть, просто посоветоваться с массажистом? Он точно, наверное, знает. Пойду-ка я его спрошу.